Обострение военной ситуации на усходе Украины, артиллерийских обстрелов такой интенсивности на Донбассе не было с минулого года. Официальный Киев просит международную супольность узмацнить политично-дипломатичный тиск на Москву, как спынить эскалацию гвалту и позбегнуть гуманитарной катастрофы. Ярослав Стешек протягнем. Про погрозу гуманитарной катастрофы Министерство замежных справ Украины попередило и замежных партнеров, и генсека Организации Объединенных Наций. У адмысловом звороте официальный Киев поведомляет, что за опошние дни российские гибридные войски проводят массовые атаки на усходе Украины. Боевики уживают артиллерию, танки и реактивные системы ГРАД, у тем лику с жилых кварталов Донецку. Гэтае видео знятое сегодня у ночи. Напередодні український президент перервав офіційний візит у Німеччину про надзвичайну ситуацію у Авдіївці, промисловому городі-сподорожнику Донецьку. Потрібні об'єднані і рішучі дії. Потрібне об'єднане і рішуче діяння, щоб мотивувати російський бок бути за столом перемовів, мотивувати виконувати у повному об'ємі Мінські погодження. У першу чергу їх компонент безпеки. Коли виконання не відбудеться, ми лічимо потрібним заховати, а коли спотребиться і узмацнити санкційний тиск на Російську Федерацію. Разбурение от артиллерии можно назирать с ободвух боков фронту необвещанной войны. На шахте имя Засядьки, что под Донецком, сегодня раницей отбывалась ротовальная операция. Шахтерам несколько годинов допомагали своими силами выйти на поветра. У вынику артиллерийских перестрелок без электричности засталася и Авдеевка, якую контролируют украинские войсковцы, и шахта под контролем так званой ДНР. Первую смену приехали, но нас в шахту не пустили. Потому что был обстрел, была разбита подстанция. Баки обвинувачивают одно одного у порушении Минских погоднений. Однако некоторые донецкие боевики уже критикуют командование за уживание артиллерии с территориев, прилеглых до громадянских объектов. Не бить по украинской Авдіївці с жилых кварталов своих поплечников закликал Александр Ходаковский, былый командир бригады «Восток». Одные любили выползти до гандлевого центра Ашан и дать у керунку противнику пару-тройку залпов, не думаючи, что коли полетите в отказ, то достанется усим и шмат. Иншие становились регулярно коли вентиляционного ствола шахты Засядьки, да утекали, коли по им починали бить у отказ. Сегодня пресс-секретар Кремля Дмитрий Песков со посылкой на своей крыницы заявил, что силы ДНР захопили Авдіївку. Але поводле информации Белсату непосредственно с места подеев, украинские войсковцы не стратили позиции ни у городе, ни у промысловой зоне. Войсковцы частково навод просунулись наперед на несколько сотню метров, отповедно линии размежевания, прописанной у Минских погоднениях за 2014 год. Они, соответственно, здійснили напад на нас, соответственно, и благодаря этому, благодаря контратаке, мы на их спине зашли, грубо говоря, на их позиции. И там закрепились. Сегодня ж боевики ДНР поведомили, что в боях под Авдіївкою поранены Михаил Толстых, командир групповки «Сомали», ведомый менушкой «Гиви», а так само ранейшими катаваннями и расстрелами полонных украинцев. У сегодняшнем бои так само загинул наместник «Гиви». Ярослав Стешек, Белсат.